В Украине сегодня день ВДВ. К сожалению, в последние годы праздник этот омрачен тем, что во время АТО погибло немало десантников. С начала операции элитное подразделение потеряло 467 бойцов. Об этом сообщил начальник генштаба Виктор Муженко. Почти 4000 были награждены государственными наградами. Двум десяткам присвоено высшее звание Героя Украины. Шестерым из них посмертно.